Думаю, мы здесь все балаковцы, все понимаем о том, что это проблема всего города. Да? У нас очень много жалоб поступает на разного уровня власти, представителям правоохранительных органов и так далее. Мы сейчас здесь собрались с вами для того, чтобы, ну, во-первых, пообщаться, да, там, то есть разобрать все-таки на конкретном примере, что же мы можем сделать и почему так происходит. В первую очередь хотел сказать, что у нас проблемы, они никуда не делись, они остались одни и те же. Это отсутствие лабораторий. Даже вот возгорание на улице Промышленной было. В первую очередь нужна была лаборатория, чтобы зафиксировать превышение загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Это уже угроза жизни людей и так далее. Это доказательство в суде. Вот. Страны министерства, что сделано по этому вопросу? Проведено обследование, составлен акт обследования, все материалы, которые есть, передали в МВД Саратовской области. Для чего? Чтобы они провели расследование в рамках своей компетенции. Там же у нас были, да, обозначения на мешках и так далее. И уже когда нам дадут, что вот эти виноваты и так далее, конкретное лицо, мы уже будем привлекать к административной ответственности по статье 8.2.